Котелька открываем. Что там внутри? Рабочее давление 1,5-6,5. Предварительное давление 1,5. Привет, друзья, привет, народ. Следующая распаковка — это расширительный бак на 8 литров. Заявлено производитель Оазис. Не бойся, кошка. Что ты думаешь по этой коробке, а, котейка? В комментариях к этой покупке некоторые писали, что вместо Оазис расширительного бака туда укладывают Форвотер. Ну, вот такой вот аналог какой-то китайский. Это тоже китайский, конечно. Но сейчас посмотрим, что внутри. Котелька, открываем. Что там внутри? Так, внутри у нас идет руководство по эксплуатации Оазис. И производитель, да, действительно, бак Оазис. Как вам лучше показать? Бак Оазис. 8 литров. А для моей системы отопления подошло бы и 5 литров, и 6 литров. Так, обычный ниппель. Уже внутри с давлением. Объем 8, рабочее давление 1,5-6,5. Предварительное давление 1,5. А углеродистая сталь. Да? Что ты хочешь на руки? Так, давление я померяю потом. Сейчас закроем ниппель крышкой. Очень удобная пластиковая крышка. Кстати, накручивается плотненько, сидит плотненько. Никакой мусор, никакая, ну, влага может попасть, конечно. Но так от капель ниппель защищен. Сварной шов. Вот такого качества. Внутри, слышу, перекатывается. Слышите, да? Внутри перекатывается. Это видно шлак от сварки. Я думаю, нужно будет его раскрутить, спустить давление, раскрутить и вытрусить весь шлак. Вот такой вот бак, ребят.